कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानुजेन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुभदानं श्री कृष्ण चैतन्य भूतेश्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सदा श्री Прежде всего, я хотел бы предложить мои низкие дадават пранамы и лотосным стопам моего духовного учителя Шри Шримад Бхактисварупа Сиддханти Махараджа и также Нитилила Правишту Ом Вишнупада Штатарашата Шри Шримад Бхактивиданта Шрила Нараяна Госвами Махараджа, мои тысячи и тысячи Шрадха Пушпанджали его лотосным стопам. И также всем собравшимся Триданти Ган, Шипат Мадава Махарадж, Шипат Нарасимха Махарадж, Шипат Нарасимха Махарадж, Парамахамса Махарадж и другим. Сегодня мы собрались вместе для того, чтобы праздновать Вираха Махотсава Шри Рупа Госвами, день его божественного ухода. Этот особый денег, который мы всегда традиционно отмечаем здесь в Вриндаване под руководством Шрилы Гурудева. Шрила Гурудев, он был очень энтузиастичен в отношении, в особенности отношении этого особого дня Вираха Махотсава Шрилы Рупа Госвами. Шрила Гурудев приглашал преданных из со всех матхов во Вриндаване. Которые, и также он приглашал преданного, который находится в Теркадамба, этого саньяси. Ему всегда было особое приглашение. Теркадамба – это самое место, где Шри Рупа Госвами совершал свою преданную практику. И поэтому Шрила Гурудев, он приглашал всех, кто находится и служит в Теркадамбе. И так, согласно Гаудия Вашнавизму, если мы действительно хотим обрести истинное благословение и эту благую удачу, что мы пришли в эту Гаудия Сампрадая, в особенности в линию Шри Рупы Госвами. Если вас кто-то спросит, что вы ответите, вы скажете, что мы являемся Рупануга Гаудия Вайшнавы в линии Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Вы должны обрести духовную гордость, что вы являетесь Гаудия Вайшнавами. Вы настолько удачливы, что пришли в эту линию. Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел не один. Он снизошел в материальный мир со своими вечными спутниками и также со святой Дхамой. Вся Галука Дхамы, она проявилась здесь, в этом материальном мире, прокат материального мира. И считайте себя, что вы очень удачливы, что вы пришли в линию Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху даровал Шри Рупы Госвами это удивительное имя Рупа. И хотя его звали Сакир Малик, а Санатана Госвами, Габхиркас, когда мы читаем Джайдхвани, мы всегда обращаемся к Шри Рупе Госвами, а затем к Шри Санатана Госвами. Шри Джива Госвами написал аштаку, посвященную Шри Рупе Госвами. И он объясняет, что Рупа является формой Шри Чайтанья Махапрабху Кришны и Шри Матери Радхарани и Сварупа Дамодара. И поэтому
это рупа, божественная форма, которая является олицетворением этих великих личностей, которые прославляют Чиджива Госвами Ваштакам. И в настроении Шри Чайтанья Махапрабху, Кришны Радхи, Шри Сварупа Дамодара, они также присутствуют в сердце Шри Рупа Госвами. Что является рупой, что является формой преданности, что является формой Кришна-премы, что является формой преданности. Все эти удивительные, божественные формы, которые проявлял Шри Рупа Госвами, что является обителью преданности, чистого кристального служения, что мы должны избегать, что мы должны принимать, как благоприятно для развития Бхакти, даровал нам Шри Рупа Госвами. И в различных формах, под разными углами зрения, можно объяснять большим разнообразным образом прекрасные качества Шри Рупы. Что Шри Чайтанья Махапрабху, его сокровенное настроение, оно было проявлено в сердце Шри Рупы Госвами, который является тот, кто совершил манапхишту, выполнил сокровенное настроение в сердце Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому тот, кто принимает настроение Шримати Радхарани и золотой ее цвет тела, сам Шри Кришна зашел в материальный мир в форме Шри Чайтанья Махапрабху. И далее, когда он пришел, по какой причине? И почему? Мы должны чувствовать себя неоплатно долго перед ним за то, что принес Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху с самого детства показал восьмирукую форму. Но от них это шадбуд шестирукую форму имеется в виду. Шри Чайтанья Махапрабху как есть сам, затем Рада Кришна и Шри Рам и Сита Шри Рам. И поэтому он также он показывал эту форму не только не каждому, но в отдельных особых случаях, как, например, Сабхама Бхаттачарья в Джаганнатхапуре, лишь только те, которые Шри Чайтанья Махапрабху, даровал сокровенные, очень традиционные знания и проявил их в сердце Шри Рупы Госвами. Когда Шри Рупа Госвами реализовал божественную форму Шри Чайтанья Махапрабху, что это является самим Кришной, и в этой шлоке, где проявляется Махаводиная Шри Чайтанья Махапрабху, его особое великодушие, Шри Кришна в образе, прекрасном образе Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Шри Рупа Госвами помилился Шри Чайтанья Махапрабху, который обратился к нему, ты понимаешь значение этой шлоки? Шри Рупа Госвами, как, например, если вы, например, для того, чтобы приготовить ароматную воду, вы добавите воду и туда специальные ароматические вещества для того, чтобы эта вода была ароматной и очень благоуханной. Точно так же Шри Рупа Госвами с помощью вот этой шлоки, где он прославляет великодушие Чайтанья Махапрабху, особым образом он прославляет его качество, как это нектарно-ароматная вода, которая источает благоухание. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху через сердце Шри Рупы Госвами даровал нам капельку нектара из этого океана нектарного океана, и одна капелька, если попадет на ваш язык, и вы почувствуете ее вкус, этого будет достаточно для вас. Махапрабху,
Он одаровал нам этот трансцендентный вкус этого маленькой капли нектара из этого безграничного океана Бхакти-расы, которого будет достаточно для нас, подобно сочайшей расоголе, которую вы можете попробовать, ощутить ее сладкий вкус. Точно так же, как очень искусственно.